Люди так хитро устроены. Нам всегда чего-то не хватает. Мы надежно осели в своих крупных городах, в мегаполисах. И чем сильнее мы там пускаем корни, тем чаще нас тянет в дикую местность на манер этой. И, конечно, для того, чтобы посещать такие места, нам нужны подходящие автомобили. Желательно с соблюдением всех привычных комфортных вещей с определенным уровнем премиальности и, конечно, проходимости. И я считаю, что сегодня всем этим задачам и параметрам отвечает совершенно новый Volvo V90 Cross Country. На мой взгляд, автомобиль, возглавляющий сегмент универсалов повышенной проходимости. Думаю, у Паши будет другое мнение. Привет шведским пенсионерам от американских. Нет, я легко переобуваюсь на ходу. Теперь Volvo – это самые динамичные современные автомобили для молодых, динамичных и прогрессивных людей. Хорошо, понял. Деньги привез? Какие деньги? Как какие деньги? Ты говоришь, что мы берем одинаковые автомобили. 2 789 000. И ты мне должен как минимум 1,5 ляма, чтобы начали сегодняшнюю программу. Прощаю иначе... все, что я тебе должен. Прощаю. Нет, универсалы повышенной проходимости. А твой, так как говорят владельцы Subaru, и вовсе самый зубастый внедорожник. Нет, Subaru не дешевый бренд однозначно. Россияне это знают, но это же не премиум, Роман. Пока не премиум. Volvo V90 Cross Country. Subaru Outback. В программе «Выбор есть». Сегодня в программе мы сталкиваем двух старых знакомых. В предыдущих ипостасях эти автомобили давно конкурируют на нашем рынке. Только теперь вместо Volvo XC70 за Швецию в нише универсалов выступает V90 Cross Country. Под капотом дизельная турбочетверка в 235 лошадок. Крутящий момент на низах 480 ньютон-метров. Коробка – восьмиступенчатый автомат. Привод полный. Разгон с нуля до сотни занимает 7,5 секунд. При этом средний расход солярки – 5,4 литра на 100 километров. Дорожный просвет кроссовера – 210 мм. Среди опций полно электроники, включая адаптивный круиз с автоподруливанием. Стоит тестовый образец 3 600 000 рублей. Шведу противостоит Subaru Outback 5-го поколения. Под капотом бензиновый четырехцилиндровый оппозитник 2,5 литра, развивающий 175 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент 235 ньютон-метров, и он доступен только при 4000 оборотов. Полный привод и вариатор. Разгон до 100 медленнее за 10,2 секунды, зато дорожный просвет больше – 213 мм. Обещанный расход топлива 7,7 литра на сотню. Зато стоит этот автомобиль существенно дешевле – 2 589 000 рублей. И никаких опций, все уже включено в стоимость комплектации. Скажи, пожалуйста, Лего увлекаются твои детишки? Вот я когда смотрю на Subaru, причем на любую модель, на Outback в частности, у меня такое ощущение, что вот Subaru – это такой автомобиль, придуманный ребенком из разных кусочков Лего, и не обязательно из одного и того же набора. А Volvo V90 Cross Country выкован богами Асгарда. Никто не расстроится, что Subaru здесь совершенный двоечник, а Volvo – абсолютный отличник в этой дисциплине. Да, и Kia придумали не японцы. Outback не гадкий утенок, пропорции сдержаны, выверены, но не более того. V90 чертовски хорош, его можно разглядывать, всматриваться в детали, и за это ему 9 звезд, а Subaru Outback только 7. Если бы мне пришлось описывать интерьер автомобиля Subaru Outback одним словом, я бы, Паш, сказал основательно. Давай назад. Пошел. Основательно крупная, большой ручник. И вообще, нужно сказать, что в Subaru спроектировали, нарисовали и сделали отличную Toyota по ощущениям. Но по дизайну. Ром, да тут место вагон, ты посмотри, да, вообще еще, ты вот еще вот можно. Иди ты так же. С запасом. Самое удивительное, ты, кстати, знаешь, тут особенность. Тут во всех Subaru, последних, которых я видел, есть специальный зуб. То есть из двери выходит такой кронштейн, и ответная часть – это для жесткости кузова, потому что тачка корнями уходит в ралли. Внутри он выглядит лучше, чем снаружи. У него нормальный приятный материал, несмотря на то, что это же не премиум. У него мультимедийка какая-то такая с закосом под… О, она сенсорная. Хорошая навигация. Три стереокамеры. У тебя в Volvo есть три стереокамеры?
Кэмерон будет снимать второй аватар именно на Subaru Outback. Он возьмет этот автомобиль. Конкретно эту тачку? Конкретно на этот автомобиль. Да. Руль, понятное дело, перегружен. А как я могу взять его на себя от себя? Ну, во-первых, настройка есть. Во-вторых, да нет, нормально, в общем-то. Сиденье электрическое во всех плоскостях. Есть память на два положения. У нас здесь внедорожный режим, и с этим мы разберемся чуть позже. Подлокотничек с неизменяемой геометрией. А здесь, Роман, у тебя подогрев сидений, два USB-порта, парочка дефлекторов. Да. И самое удивительное, Ром, вот смотри, сиденья лежат. Я думаю, что происходит-то? Вот здесь сверху есть кнопка. Спинка, но она только складывает сиденье. Но оказывается, они специально для настройки сделали отдельную клавишу. Угу. Еще одну. Что, удобно? Я удивлен, что они не пожалели материалов. У всех это одной кнопкой настраивается. Единственный минус здесь, который, ну, к чему можно придраться, это туннель в полу. Но третий пассажир об этом и так будет помнить всегда. Слушай, и вот эта вот история, которую Audi была придумана, вписывать показания климатической установки в ручки регулировки климата, да? Симпатично, даже до Subaru такие модные инновационные дизайнерские веяния дошли. Ладно, мне все понятно. Паш, пойдем туда, что можно назвать храмом. Храмом стиля, дизайна, материалов, изыска и вот этого вот всего. Volvo. Дорогого. Пойдемте. Да. Стиль. Асгард. Ты можешь сесть с закрытыми глазами и почувствовать его. Тишина, секундочку. Ты слышишь такой звон легкий? Вот это вот шведский стиль. Вот он даже звучит. Плохая шумоизоляция. Да у нас просто окна открыты, Роман. Это чайки. Это чайки. Смотри, хрусталь шведский. Вот это вот, видишь, все эти грани, все прекрасные. Ну-ка. Заведи. Да. Теперь сзади вот на боковой части сиденья у тебя такая крутилочка есть, которая обычно отвечает только за подстройку поясничной подпоры. Тебе пора. Вот так. Роман, тебе пора на заднее сиденье. Подстраивай и... Я посмотрю. То есть ты не собираешься, да, прибегнуть вообще к помощи массажа? Я сейчас тебе все покажу. Помощь массажа? Да. Массажа? Массаж есть, да. Сейчас тебе все расскажу. Ты посмотри, места-то сколько. Ну, какие сидушечки такие тоненькие. Сидушечки тоненькие, но прочные, новые, инновационные. И при этом оставляют массу пространства. Я коленями не достаю до переднего сидения, Паш. Ощущение, что ты сидишь в реально большом кроссовере. Минус. Это не тоннель, Паш. Это уральский горный хребет, потому что такой тоннель, он просто на уровне сидушки практически. Mm-hmm. Но зато, следуя по этому хребту, мы приходим к розетке 220. Очень модный климат, управление климатом, тоже видишь, сенсорное, полностью экран здесь отдельный, причем четырехзонный. И акустика Bowers & Wilkins. За звук отвечают здесь вот эти два очень крутых парня. И, между прочим, колоссальных, циклопических размеров багажник. Страшные снаружи, добрые внутри. Я по-прежнему настаиваю, что Outback нормально выглядит снаружи, но внутри он гораздо лучше. Отличные материалы, полный набор необходимых опций, удобная посадка, просторный задний диван с подогревом и все это без предоплат. Но это не премиум. Дизайн хоть и качественный, но консервативный. Из минусов также отметим нерегулируемый подлокотник и тоннель в ногах задних пассажиров. Volvo V90 Cross Country – квинтэссенция новых тенденций автомобильных интерьеров 21 века. Сенсорный экран – пожалуй, лучшая, понятная мультимедиа-система в классе, хорошие материалы и уют. Чего только стоит кресло с разными видами массажа. Но водительское сиденье мне показалось не очень удобным, а в ногах у задних пассажиров огромнейший туннель. Ну и задние стекла чуть-чуть не убираются в двери. Итак, наша оценка 5-6 в пользу Volvo V90 Cross Country. Смотри, я держу ключ, нажимаю, кнопок не трогаю. Ну, не всегда с первого раза это получается. Но эта система есть, и она работает. Паш, посмотри, почти 900 литров объем багажник. 900. Объем багажника приличный. А еще есть, смотри, какая удобная штучка. Раз. О, да. Складывание сидений. И вот если вот это все сделать, вот так вот, раз, то получается как раз 1500 с лишним литров свободного пространства, практически идеальный пол. Давай. А еще у меня есть, Паш... Ну давай уже, выкладывай свой аргумент. Вот, пожалуйста. Пенсионерский автомобиль. Ну, так, аргументец немножко повис, но тем не менее он есть, и он удобно, его можно извлечь оттуда, и ровно так же удобно его туда можно
убрать. Это автомобиль для практичных людей, которые нет-нет, да и да. Двери можно отрегулировать. Давайте сюда. Здесь все просто. 527 литров. Производитель это сразу указывает. Все нормально. Если сложить тоже можно с помощью ручек. Но здесь честное, проверенное время механика. Раз. У себя вот тоже можешь дернуть точно такую же ручку. Давай. Сразу вам предлагают хороший резиновый добротный коврик. Чтобы вы вдруг не подумали, что этот автомобиль называется Volvo, здесь на коврике написано Outback. Конечно. Резина в цене настоящая, качественная. И обратите внимание, что здесь подпол фиксируется очень надежно с помощью вот такого крючка. Нормальная большая докатка. И в целом багажник геометрически правильный, во-первых. Да. Во-вторых, действительно большой. Это, пожалуй, самый главный тест для багажника в наших тестовых автомобилях. Скорость закрывания на старт. Внимание, марш! Давай! 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 Я могу открыть и еще раз закрыть багажник, пока твой закрывается. И у кого пенсионерский багажничек, Павел? Ну ладно. Ну и что быстрее закрывается крышка? Да, опять технология на стороне Volvo. Багажник открывается ногой. Ну кого сейчас этим удивишь? Удобная полочка с гидростойками и докатка, а также кнопки складывания сидений. Заявленный объем 723 литра, но это явно преувеличение, потому что багажник Subaru визуально точно больше. У японцев все проще, никаких взмахов ноги, все самостоятельно, ручками. Есть электропривод двери и большая докатка, объем до шторки 527 литров. Пользуясь выделенной мне властью, здесь я отдаю предпочтение Subaru Outback. За честность, если хотите. 7-6 в пользу Subaru. Первое ощущение, он очень мягонький. Да? Мягонький. Ну и вообще, ты знаешь, концепция такова, что у меня ощущение, будто я сижу в каком-то новом поколении Форестера, а вовсе не в легковом автомобиле, потому что, во-первых, высокая посадка, во-вторых, вот это все такое большое, то, что казалось внушительным и выпирающим, пока ты сидишь в автомобиле в статике, на самом деле в движении создает реальное ощущение кроссовера. Я вижу, контроль рядности есть. Да. Адаптивный круиз, да. Обычный круиз. Экстренная остановка перед препятствием. И на Subaru она настроена очень хорошо. Это комплекс iSight, вообще одно из главных нововведений у Outback этого поколения. Причем контролируется все именно визуальными датчиками, да? Проще говоря, камерами. Что с трансмиссией? Линеатроник, вариатор. Вариатор. Хороший, серьезный. Глиноременной вариатор, линеатроник, очень надежный. Subaru поменяла, скажем так, впечатление о вариаторах именно с появлением вот этой новой трансмиссии. И ставят ее везде. Отказались от автоматов, соответственно, механика, либо вариатор. Если рассматривать Outback как легковой автомобиль, то, скорее всего, будешь разочарован этой валкостью, вальяжностью, да? Но если точно понимать класс автомобиля, а это все-таки внедорожник и проходимец, если вот именно это точно понимать, то тогда он соответствует всему. Несмотря на то, что это не новое поколение, тем не менее, при рестайлинге автомобиль наделили действительно серьезным количеством современных ассистентов. Есть время, радио, компас, давление в шинах. Да. Важно для людей, которые считают Subaru внедорожниками. Очень большие стекла. Вполне удобное кресло. Единственное, что мне подлокотник не нравится, потому что он заканчивается задолго до того, как нужно руку на него положить. И никак его невозможно изменить геометрию. Он будет подруливать, если я, допустим, сейчас захочу пересечь полосу. То сивая-то есть у нас, в смысле? Отрулил. От обочины отруливает. Вот я хочу переехать ее, он пищит, сход с полосы и отруливает. Эта система реально может удержать и избавить вас от увлекательного путешествия в кювет. Роман, ну совсем другое дело. В двух смыслах. С одной стороны, ты видишь, как высоко у нас линия остекления. То есть я вот сижу, я сиденья практически не подгонял, но они какие-то глубокие. Шумоизоляция очень хорошая. Хотя, ты знаешь, вот я бы Volvo поругал за шумоизоляцию. Для них маловато. Потому что, нет, наоборот, именно звук дизельных моторов Volvo еще в XC70, не в этом автомобиле, мне казался самым обалденцем. Адаптивный круиз. Ну, вот у тебя здесь как раз видишь расстояние. Ну-ка, давай-ка. Ну-ка, давай-ка, мы его. Окей.
да? Все. Ты разметку контролирует? Держит, разметку контролирует. Возьми, да, он пытается... Держите руль, говорит. Сказать, что... Знаете, в чем ошибка? Вот когда мы тестировали мою машину, у нас были сплошные повороты, а сейчас мы уже... Сейчас 2 километра уедем. А, подожди, слушай, а все пропало. И что? И что? И что? И что? Вообще отключился? Да, без предупреждения, что ли? А, как это? Она просто он взяла? Я тебя долго предупреждал. Возьмите руль. Возьмите руль. Возьмите руль. Это вот этот колокольчик, это было предупреждение? Ну и... Крутое зеркало безрамочное, очень симпатичное. Вообще замечаний на асфальте к этому автомобилю практически нет. Но автомобиль премиальный, и, конечно, за обслуживание придется заплатить. Да и на старте он стоит дороже, и за обслуживание придется платить. Но сам по себе очень неплохо. Давай еще раз надаем. Эх! Да, звук. О, да! Вот где раскрывается Outback. В движении, даже по хорошему асфальту, Outback идет по внедорожному, основательно даря чувство уверенности за рулем. Тяги вполне хватает, динамика достаточна для семейного автомобиля, но не более того. Однако повадки вариатора очень ощутимы, а это нравится не всем. И шумоизоляция могла бы быть лучше. Зато очень хорошо настроена система подруливания и удерживания в полосе. Нам она дала целых 2 шанса не улететь с дороги. Volvo V90 Cross Country создает для водителя свой микромир. Не слышно вообще ничего за пределами автомобиля, и это нам тоже не понравилось. Автомат работает четко и своевременно, тяга сумасшедшая. И тоже есть удерживание в полосе, но в шведских театрах, наверное, публика долго не сидит в буфете. Второй и третий звонок тут не дают. После первого звоночка машина выключила удержание и направилась прямиком в кювет. Несмотря на легкое недопонимание шведских предупреждений, Volvo в движении лучше, мягче и комфортнее. Система Volvo On Call не про движение, а про премиальный статус этого автомобиля, поэтому эту крутую фишку в расчет я не беру. Очень хотелось бы отдать здесь победу Subaru Outback, но по сумме нюансов тут точно ничья. 8-8. Раз мы имеем дело с универсалами повышенной проходимости, надо проверить их на бездорожье. Задача простая. Первым по маршруту идет Subaru Outback. Volvo V90 Cross Country. Важно удержаться за ним вслед-вслед. Outback прежде всего огромный универсал. Но когда оказываетесь на бездорожье, как здесь, наверное, нужно включить внедорожный режим. Здесь все это делается с одной кнопки. Субарусы одни из первых, кто это придумали. Пускаю педаль, раз, машина сама себя контролирует. Павел считает, что у него внедорожник, и именно он здесь будет победителем. Он не знает, что у меня есть возможность выбрать режим движения оффроуд, неровная дорога. В этом режиме... Клиренс автомобиля и без того достаточный. 210 миллиметров увеличивается еще на 10 миллиметров. Ну а что здесь? Что здесь у нас? Еще один склон. Как помогает камера. Казалось бы, у меня слепая зона, я не вижу спуск, за который должен сейчас нырнуть мой автомобиль, но камера видит все. Так, а здесь аналог вывешивания. Ну что, Павел? Вот есть сейчас диагональное вывешивание, момент истины для электроники Subaru. Здесь... Вывешивание колес, подхватывание колес будет работать исключительно за счет электроники. Медленно, не спеша, вот смотрите, что происходит. Чуть-чуть побыстрее автомобиль вывешивается и тут же перебрасывает момент на другое колесо. Все. Вот чуть-чуть добавили скорости, бампера целые, можно ехать. Я думаю, сейчас он замер в ожидании. Сколько же времени я здесь проведу? А вот... Нисколько. Итак, диагоналочка, колесо повисло, переднее, теперь заднее. Легко. Самая важная характеристика на бездорожье – это момент. И здесь он достигается довольно поздно. На 4000 оборотах это 235 ньютон-метров. В общем-то, немного. У дизельного Volvo, на котором приехал Роман Щукин, там все гораздо интереснее. На багажнике моего автомобиля красуется шильдик D5. Это означает 235 дизельных лошадиных сил и 560 ньютон-метров крутящего момента. Но здесь важны еще и настройки подвески. В оффроуд-режиме совершенно спокойно можно нестись вот по разбитым грунтовкам. И самое главное, сможет ли пройти за мной Щукин на Volvo V90 Cross Country. Все-таки задача мне проехать там, где Volvo за мной
не проедет. Ситуации, при которой мне в данной местности может не хватить мощности, ну вот даже на таком очень крутом песчано-глиняном подъеме, уже разбитом колесами Субару, такой ситуации просто не может быть. Ну давай, я тебе еще немножко дрифта сейчас покажу. А? Каково? Так, Павел повышает ставки, увеличивает скорость. Ха-ха-ха, детеныш, детеныш. Вот еще одна задача. Здесь, мне кажется, Щукину придется тяжеловато. Гора, по которой мы уже спускались, теперь нужно заехать наверх. Ничего включать не будем, что какая-то колея. Тяжело, но едем. Та дисциплина, которая задумывалась изначально как демонстрация более слабых по сравнению с Subaru дорожных возможностей, точнее, внедорожных возможностей Volvo, выиграна моим автомобилем. О, нет! Как только я это сказал, случился крутой подъем. Ну, что делать? Придется признать, что есть здесь все-таки что-то, что моему Volvo не под силу. Ну, в общем-то, что и надо было доказать. Хорошо, что мы времени засекали. Точнее, плохо, потому что Volvo точно проиграл. Где-то он там закопался, и проблемы даром. Упиваешься. Конечно. Упиваешься своей вот этим вот всем. Что сказал? Что победил на оффроуде, все дела, геометрия. Subaru. Ну, во-первых, тот склон ты так разбил, что после тебя его не мог бы преодолеть даже какой-нибудь Land Cruiser Prado. Я про другое хочу тебе сказать. Дело в том, что на багажнике моего автомобиля написано «кросс-кантри», поэтому он не хуже твоего подготовлен к вот такому бездорожью, но помимо этого, это Volvo. Автомобиль практически эталонный с точки зрения управляемости и вот этого всего, что касается контроля. Поэтому я предлагаю тебе некий гибрид. Динамичное прохождение, змейки и нескольких геометрических элементов, которые покажут, какой из наших автомобилей динамичней, а главное, управляемей. Что он сейчас говорит? Это вот эта шведская пенсия против, в общем-то, автомобиля, в котором живы раллийные гены. Ерунда какая-то. Вот сейчас ты все это мне и докажешь. На специально мною сконструированном полигоне внедорожном и скоростном. Давай, давай! Это, Паша, линия старта и финиша. Ровнее, ровнее, ровнее. Вот туда, да, ставь, вот туда. А это, Паша, змейка. А лось, лось будет сегодня. Он уже есть. Действительно, Subaru управляется отменно, и динамика неплоха, но Volvo быстрее и круче. Результат есть результат. 1-0 в пользу V90 Cross Country.
В общем, други мои, сегодняшнюю программу легко можно было бы назвать «Вестник капитана очевидность». И так было понятно, что V90 Cross Country лидирует по части премиальности, комфорта, динамики и, по большому счету, Subaru Outback не очень-то и уступает на оффроуде. Паша, что ты делаешь все время? Здесь встроенные поперечины, не только рейлинги, но вот такая забавная конструкция, Ром. Скажи, пожалуйста, а если я, к примеру, злонамеренный человек, который решил поживиться чьими-то рейлингами? Ведь я же могу это просто взять и снять. Это мог сказать только Щукин. Конечно, это очень дорогая опция. Друзья, на самом деле, если вы не хотите казаться, а вам важно всего лишь быть, чтобы у вас был богатый внутренний мир, так сказать, автомобиль с душой, вы можете здорово сэкономить и купить Subaru, потому что выбор есть. Как сказал один довольно умный человек, мы с вами не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Поэтому выбор действительно есть. И он, Павел, очевиден, мне представляется. Поговорим лет через 5-10. Аутбэками владеет именно столько. А всякие премиальные штучки скидывают уже после 3 лет, когда кончается гарантия. Всего лишь с отрывом в 3 балла, со счетом 30-27. В нашей программе премиальный универсал повышенной проходимости Volvo V90 Cross Country побеждает надежный универсал из массового сегмента Subaru Outback.